Привет. Я не поняла, Тань, ты что здесь делаешь? Мы же все к тебе идем. Да капец, блин. Ща бате кто-то позвонил, сказал, ща придет какая-то оторва, нам всю квартиру разнесет. Он взял все и отменил. Ну, я психанула и к тебе пришла. Так и хорошо. Че, давайте у нас посидим, я пирожков напекла. Папа вот на гитаре сыграет, а? Че, и малиновую ладу можете? Ну, на мотив бутылка кефира, конечно.